Господин староста, мы люди простые. Да ведь твой мальчик ждет письмо от Раджи. Ага, он маленький, глупый. Зачем обращать внимание на его слова? Да нет, где же Раджа найдет более достойный дом, чем твой? Поэтому разве не видишь, около самых окон построили новую почту Раджи. Мальчик, тебе пришло письмо от Раджи. Правда? Правда ли? О, да. Всякое твое желание для него закон всегда. Вот, читай его послание. Почерк ясен. Боже мой. Вот письмо с его приветом. Не шутите надо мной. О, факир, скажи, что это? Да, дитя, письмо перед тобой. Тебе нисколечко не снится. Да, но только ничего я не вижу на странице. Пред глазами все бело. Что он пишет? Что он пишет? Я приду в твой нищий дом. Приготовь немного риса. Надоел мне мой дворец. Ха-ха-ха. Зачем смеяться? Мы должны его дождаться. И он прибудет наконец. Дед, и ты сошел с ума? Да, я читаю ясно строки этого письма. Пишет он, что не напрасны наши муки, что ничья милость в мире не бесследна. Он придворного врача пришлет туда, приведет с собой. Трубы звонкие трубят. Слышишь? Что он слышит? Он подходит ближе. Что он слышит? Он себя сам и то уже не слышит. О, мой добрый господин староста, дай мне умыться прахом из-под ног твоих. Я не думал, что случится чудо, что тебе дано передать своей рукою мне послание дорогое от Раджи, его письмо. Да, этот ребенок почтителен к старшим. Хоть он и глуп, но душа у него хорошая. Вечереет, темнеет, наверное. Вы слышите? Стражник отбивает часы. Дон, 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 дон. Значит, 6. Сходят звезды, но я их не вижу. Да есть они, есть! Над горами, над лесами, над крышей нашей!